Братья и сестры, всех приветствую. И, пользуясь возможностью, прежде всего, благодарю всех, церковь, благодарю за молитвы. Слава Богу и за все проявления братской любви. И вот я когда был в госпитале, восстанавливался и размышлял, читал Слово Божие, о Боге размышлял. И хочу немножко поделиться моими размышлениями о Боге. А о Боге не я один размышлял, а все верующие размышляли. И в Библии даже записали. И то, что тут в Библии записано, это и есть откровение о Боге. Моисей когда-то просил, чтобы Бог ему себя показал и открыл. И я сейчас прочитаю из книги «Исход» два места, из 33 главы и 34. 33 глава с 18 стиха. «Моисей сказал, покажи мне славу твою. И сказал Господь, я проведу пред тобою всю славу мою и провозглашу имя Иеговы пред тобою, и кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею». И потом сказал, но лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых. Дальше это продолжается, откровение Господне для Моисея. 34 глава, 5 стиха по 8. «И сошел Господь в облаке и остановился там близ него и провозгласил имя Иеговы. И прошел Господь при лицем его и возгласил». Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода. Моисей тотчас пал на землю и поклонился Богу. Вот из всего того, что мы прочитали, тут такая картина нам вырисовывается очень ясно. Ну, вот Моисей просил, чтобы Бог ему открылся. И как же Бог ему открылся, интересно. Вот посмотрите. «Я проведу пред тобой всю славу мою». А на самом деле он не всю славу провел. А как так понять? Оказывается, понять вот как надо. Бог ему открыл вот то, что нужно тебе. И что ты можешь человек воспринять. А то, что выше твоего ума и восприятия, то тебе невозможно видеть. И что же тут Бог не показал, а что показал? А Бог ему здесь не показал свое все всемогущество. А Бог не показал ему всю свою святость. А Бог не показал ему то, что запредельно. А Он показал ему то, что и для нас, наверное, самое дорогое в Боге качество – милость. Все, что здесь написано дальше подробно, это все такие как бы пункты и имена Господни, которые описывают Бога милостивого, милосердного. Интересно, я пока размышлял и там смотрел разные другие источники, оказывается, интересно то, что число 13 – число счастливое у евреев. Знаете почему? Потому что Бог для них открылся, и нам тоже, и вот в этом тексте оно как раз – 13 разных эпитетах, 13 основных свойствах. Вот смотрите. Сейчас я их немножко перечислю. Ну,
вернее, так сказать, как евреи это вот разделяют. Да, кстати, у них еще вот что. У них молитва вот эта основная, Шма Израил. Господь Бог есть Бог един. Оказывается, что Бог един. Слово «един», вы знаете, что у евреев буквы обозначают еще и цифры. Слово «един» составляет 13. И вот они, а евреи, им же дано Слово Божие первым. И вот число 13 – это, как оказывается, число откровения Божие. Так вот, Господь, значение снисхождения к человеческим грехам, Господь второй раз – снисхождение к человеческим грехам, тоже после того, как человек уже согрешил, до того и после того Бог, всемогущий в сострадании ко всему живущему, доставляющий ему необходимое, человек любивый, милосердный. Когда человечество уже страдает, долготерпеливый, многомилостивый, истинный, сохраняющий милость, и тысячи родов, прощающий вину, прощающий преступление, прощающий грех, не оставляющий без наказания. Вот они 13 пунктов. Так вот милость. Так вот милость Божия. И когда мы говорим вообще о милости, то мы как бы так немножко в такие как бы главное качество того, что подразумеваем мы и Библия. Ну, прежде всего, что такое милость, это щедро давать. Божьи щедрые дары в природе, в нашей жизни – это Божья милость. Дальше. Милость Божья в прощении наших грехов. И это всегда связано со Христом, с жертвой Христа. Я просто сейчас заголовок как бы говорю. Но есть еще одна милость, о которой недавно говорил наш пастор. У него была тема недавно такая интересная под названием «Благодать для мертвого пса». Вы, наверное, помните название. Так вот, там милость, так, единственное место в Библии, где сказано «Я хочу оказать милость Божию». А что же это за милость? Милость Божия. Знаете, в чем она заключается? Сидеть с царем за одним столом. Это вершина милости Божьей. Мы давайте немножко рассмотрим эти великие милости Божьи. Вот с чего вообще жизнь, история наша начиналась? Сотворение. Мир Господь сотворил. А тут и змей. А тут и змей. И змей решил испортить. Не просто испортить, зарубить сразу. Бог же что сказал? В день, который ты вкусишь, умрешь. Змей это знал. И змей на это рассчитывал. Можешь себе представить, вот он Еву обольстил, Ева, значит, Адаму дала этот плод, они согрешили, а тут Бог, идите все три на суд. Суд Божий. Я тут вспоминаю, извините за такую как бы параллель, но невольно вот мне как вспомнилось. В нашей стране, на нашей родине часто много людей расстреливали. И вот когда везли на расстрел, такая была машина, вы знаете, воронок там, посередине такая лавка большая, их сажали верхом на лавку, сзади связаны руки. И кому хотели больше всего причинить боли, того сажали самый первый, чтобы он слышал, пока всех, значит, расстреляет, и он, чтобы в середине как бы чувствовал это. Вот что происходит на суде Божьем? Бог начинает с Адама. А сатана слушает, змей, так скажем, змей. Кто там за змеем, он слушает и ждет, какой же будет приговор. И ждет, вот сейчас смерть и проклятие. Вот он сейчас будет со мной. Слушает. Приговор оглашен, а смерти нет, а расстрела нет.
и проклятия нет. Следующее. Ева зачитывает Бог приговор. Смерти нет. И проклятия нет. Змею зачитывает Бог приговор. А вот тебе, змей, проклятие. Ты проклят. Да еще не просто проклят. Обратите внимание, что вот это вот то, что мы называем первой Евангелием, это Бог сказал не Еве, не Адаму. А он змею сказал, а вот вражду положу между семенем твоим и семенем жены. И оно поразит тебя в лоно. Ну, какое унижение, как бы от женщины получить поражение через женщину. Ну, какое унижение. Как просчитался змей. Как жестоко он ошибся в своем коварном плане. И вот почему же Господь Бог сразу их не поразил смертью? Вот это и было. Вот это и было первое проявление милости Божьей. И вот то, что мы живем, братья и сестры, что такое наша жизнь? Это короткий промежуток, это отстрочка приговора. Это отстрочка приговора, которую Бог дал всем людям. И за это время отстрочки мы должны что-то сделать, что-то успеть. Много нам нужно кое-чего успеть, каждому свое Бог дал. Но я просто вот эту мысль хочу сказать, что Бог дал нам жизнь. И это Божья милость. Это самое, так скажем, элементарное понятие Божьей милости. Есть еще и другое, о чем мы уже как бы заголовки огласили. Дальше будем рассуждать. И вот разворачивается потом вот эта история. И вот эта борьба, и вот вспоминается невольно. Изрожденных женами. Да, так вот. Изрожденных женами много разных людей было, плохих. Но были и хорошие. И вот сказано, что изрожденных женами не было больше Иоанна Крестителя. А были и другие изрожденных женами, великие люди. И Моисей, и Авраам. Изрожденных женами, вот они были. И вот мы с вами продолжаем то же самое. Род человеческий продолжается. Надо трудиться. Надо работать в поте лица. Надо рождать и воспитывать и расти детей. И во всем этом процессе сама возможность нам жить на земле, пользоваться Божьими благами, это все Божья милость. Особая милость Божья мы отмечаем на праздник жатвы, на День Благодарения. Мы отмечаем, потому что Бог дает много благ материальных. И вот все эти блага Господь нам дает для временной жизни, и это милость Божья. И я хочу сразу сказать, все эти блага и эта милость имеет одно важное свойство. Они временные. Все это временное. И этим временем надо дорожить. И этим временем надо правильно воспользоваться. И вот мы живем в этом мире, где, да, зло есть. Семя жены есть и семя змея тоже есть. Змеёныши есть, много змеёнышей. Ой, кусают змеёныши. Кого как? Кого смертельно кусают? А когда мы даем место змеёнышам, мы сами кусаем. Языком иногда кусаем. А вы помните, как вот друзья Иова? Да они там загрызли этого Иова языками своими. Дали место змеёнышам. Вы знаете, Господь сотворил мир мирным,
спокойно, без насилия. И это у змея нашлось первого зло. Вот посмотрите, как написано в книге Иезекииля, 28 глава, 16 стих. «От обширности торговли твоей внутреннее твое исполнилось неправдой, и ты согрешил, и я низвергнул тебя, как нечистого с горы Божьей, и сгнал тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых камней». В русском синодальном переводе слово «сердце твое, внутренность твоя исполнилось неправды» на самом деле более точный перевод этого слова такой: насилие, притеснение, жестокость. Впервые это зародилось в сердце Люцифера. Насилие, притеснение, жестокость. И поэтому наш мир наполнен этим. Может быть, вам приходилось размышлять и оставаться без ответа. Но я задам этот вопрос. Откуда взялись в мире микробы, вирусы, бактерии, кровопийцы, комары, клопы, болезни, рак? Откуда все это взялось в мире? Откуда оно произошло? Хищники. Как бы два фактора здесь. Из-за Божьего проклятия на землю, из-за того, что грех вошел в мир, и вот это насилие, вот это действие врага, дьявола, мы видим кругом. Сейчас для нас, конечно, больше всего, ну так на расстоянии, может быть, это ощутимая война. Вот брат тут говорил про войну. Война, которая наши близкие, наши братья, наши сестры, наши по вере или родные чьи-то. Там на нашей родине война, жестокая война. Самая жестокая пока что за всю историю. С применением новейших средств, техники. Самая жестокая война. Змеи и змееныши кусают, пускают хвостатые свои, крылатые свои, пускают. Для того, чтобы вор приходит только для одного, чтобы украсть, убить и погубить. Иногда мы думаем, как вот так будет? Тоже, наверное, задумывались. И, наверное, тоже нет ответа на этот вопрос. Как это так будет, что вот мы будем на небе? Ну, кто будет на небе? Дай Бог, все будут, да? А там же люди будут и в аду, и может, даже чьи-то родственники. А как же мы там будем радоваться на небе, если там они будут мучиться? А вы знаете, в аду не будет людей несчастных и обиженных. Те люди, которые будут в аду, это будут убежденные, осмысленные, знающие, что не делают грешники, которые будут Бога проклинать, Бога хулить, и у них не будет раскаяния во всю вечность. Вот это то состояние, которое там будет, это то, к чему змей ведет. Это он хотел еще первых людей туда. А вот милость Божья оттуда вытягивает. В этом бушующем все время мире милость Божья есть. Которая человеку еще заставляет, побуждает добро делать. Вы знаете, так получилось, что вот я потерял много крови, и два человека мне предложили свою кровь. Два человека. Но что интересно, один из них – брат верующий, другой – сосед. Неверующий. И у меня вопрос. Ну, брат, это понятно, брат. Ну, понятно, верующий. Мы как бы должны добро делать. А вот у меня такой вопрос к вам. А откуда у соседа
оно взялось? А оно оттуда, что Бог в нас во всех в свой образ вложил. Это вот оно. И в соседа, и в брата, и в тебя, и в меня. Бог свой образ вложил, и змей не смог его уничтожить и стереть. Он в нас сидит и глубоко сидит. И Бог в нас его пробуждает, пробуждает. Человек, ты не для того создан. Ты по-другому создан. У тебя другой образ, у тебя другое призвание. Еще в этой жизни, еще здесь на земле, еще не говоря там про потусторонний мир, еще здесь. И вот щедроты Божьи нас побуждают тоже быть щедрыми, благотворительными, добродетельными и милосердными. Вот это чувство милосердия. Ну вот, вы знаете, вот там Христос сказал, как оно будет на суде, на вот он. Вот сказал, ну вот вы от меня отойдите. Почему отойдите? А вы, говорит, меня не посетили. Ну как это вы тебя не посетили? А вот так вот вы не посетили. Я был в темнице, а вы меня не посетили. А вы мне не подали стакан воды. А как это так? А вот она и есть. Оказывается, милосердие. Милосердие нужно, чтобы оно было реально. Да тогда, когда за это платить надо. Вот мы тут в Америке как бы так вот хорошо нам тут вот. А что, если придет время, когда плохо будет? А и сейчас платить надо, если ты скажешь что-то такое публично. Даже вот с этой кафедры ты что-то такое скажешь, будешь платить. Да, вот такая реальность. Но должно у нас побеждать Божье, то, что Бог в нас вложил, образ Божий. Братья и сестры, ну, что делать, когда вот мы все болеем, вот и когда и война, а она все хуже, вот мы и молимся, вот и что надо делать? А вот и надо, я скажу такое обычное, простое, известное слово. Знаете, что надо делать? Просить у Бога милости. Господи, помилуй. Помилуй ты нашу Украину, помилуй наших братьев, сестер, которые там. Помилуй ты, Господи, больных нашей церкви, которых вот змеёныш укусил, которые вот уже там борются. Вообще, все мы боремся за жизнь. А некоторые вообще сильно борются за жизнь. Господи, помилуй. Помилуй, Господи. Сострадание. Так вот, жизнь нам дана, чтобы нам учиться милости, милосердию. Вот почему и сказано, блажены милостивые, они будут помилованы. Так вот, теперь немножко хочу перейти дальше и поразмышлять о той милости, которая не временная, а вечная. А серафимы, ангелы, вот эти вот существа нам, мы их не видели, но Библия про них говорит. Они говорят, там вот в этих сферах, таких в храме, вот в этом Божьем духовном, «Свят, свят, свят Господь Саваоф». А теперь неожиданный вопрос. А вот что священники и левиты пели в земном храме? Какие самые главные слова они пели? А вот какие. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Вот что они пели.
Потому что это для нас, человеков, самое существенное. Нам до святости Божией, ой, страшно. Страшно перед святым Богом. А перед Богом милосердным сердце раскрывается. Каемся мы в грехах. Плачем. Милостью Божией злоупотребляют люди. Кто-то так сказал, так нагловато сказал. Я, говорит, люблю грешить, а Бог любит прощать. И поэтому жизнь прекрасна. А Бог любит прощать и вытаскивать из греха. Вот между святостью Божией и милостью Божией, которая обращена к нам, находится кровь Иисуса Христа. Иисус Христос – воплощение Божьей любви и милости. Он сжалился, так сказать, он сжалился. И вот мы приходим к Богу через Иисуса Христа. И вот такой вопрос. А почему эта милость Божья вовек? Почему она не прекращается? А вот почему. Потому что есть такое еще слово «завет». Бог с нами в завет вступил. Мы сейчас прекрасную песню пели. «О, дар несравненный, священный обет, Господь заключил с нами вечный завет». Вечный завет Бог заключил на крови Иисуса Христа через наше покаяние, через нашу веру, через наше следование за Христом. Вот проповедь хорошую, хорошую проповедь, брат сказал молодой. Бежать за Христом, бежать. Поприще вот это вот совершать. Вот это наша жизнь христианская. И Бог от нас вот этой милости никогда не отнимет. Мы путаем иногда временную милость и вечную. И не только мы путаем. И пророки тоже путали. И вот Иеремия говорит: «Господи, ну я вот буду с тобой судиться. Ты, конечно, правее, а все равно окажешься. Но почему праведникам плохо живется, а нечестивым хорошо?» Мы все задумывались, да? Ну, нечестно же. Ну, ведь несправедливо же. А вот там этот богач, значит, он мучится и говорит: ну вот, хотя бы язык вот как-то прохладить. А ему, значит, такой ответ: «Чадо, ты свое хорошее уже получил в своей жизни». Братья и сестры, мы что, думаем, хорошее вот здесь и получить, в этой жизни? И мы что, думаем, даже нами как бы законные награды получить в этой жизни? Ну, я имею в виду за труд, за жертвенность, там, ну, за это же Господь нас хвалит, за это же награда законная как бы, вот по Слову Божьему. И что мы здесь ее хотим так и получить? Не надо это путать. Здесь, на земле, жизнь – это как раз борьба. И нам дал Господь такое право – спасайся, спасай свою душу, спасай свою душу. И показал – вот туда, вот туда, туда, на ту гору. Голгоф, вот туда спасай свою душу. Там Голгофский крест, там Христос распятый. Вот там ты спасешь свою душу. Плоть нашу мы похороним. Нас похоронят, так скажем. Нас похоронят. Мы уже будем в другом мире, когда плоть нашу будут хоронить. Ну вот я хочу еще немножко поговорить о том, что самое больше проявление милости – это даже не прощение грехов,
Хотя это для нас вот, ну, самое центральное, большое, и пока мы на земле, оно для нас самое существенное. Вот песня такая есть тоже. «От погибели спасла меня милость Божья». И там есть такой куплет интересные слова. Мы, наверное, ну, не сильно задумаемся иногда над словами, которые поем. «Там, где место для святых, будет вечно им светить. Это милость Божья». И у меня такой вопрос. Что значит это им там милость Божья вечно будет светить? Это они там что-то будут грешить и каяться всю вечность или как? У меня такой вопрос, серьезно. Что значит милость Божья там? А вот это и есть милость Божья. Та, которую Давид оказал Мемфибосету. Иди сюда и садись со мной за моим столом. Такое есть местописание интересное. 2 Тимофею, 1 глава, 18 стих. «Да даст ему Господь обрести милость у Господа в оный день». Это о чем? Это о чем? В оный день. Милость у Господа. Какую? Там что, мы опять начнем каяться там в тот день? Там уже не будет покаяния. Там уже будет воздаяние. Так вот, милость Господа рядом. Царствие Его. Мы сейчас, знаете, где предвкушаем эту милость Божью? Когда за вечерей Господней съем. И Господь учеников своих посадил вокруг себя. Они тогда еще не поняли. А Он говорит, в следующий раз царствие мое будем. Я с вами буду в следующий раз. За моим столом вот там будет вечеря. Вот это вот милость Божья, ее вершина. И вот, братья и сестры, чего бы мы пожелали друг другу самого лучшего, даже своим врагам? Я, например, это так бы сформулировал. Послушай меня, мой враг или мой бывший друг. Послушай меня. Я хочу вместе с тобой сидеть за одним столом в Царстве Божьем, с Христом рядом. Послушай меня, друг мой, я хочу вместе с тобой быть там, за одним столом, в Царстве Божьем, со Христом. Без Христа нет Царствия Божьего, без Христа нет милости Божьей. А все во Христе, все со Христом. И я хочу сейчас призывать к молитве и прочитать два стиха из псалмов. Псалом 85, стих 5. «Ибо Ты, Господи, благ и милосерд, и много милости». А вот дальше слушайте внимательно. «Ко всем призывающим Тебя». Еще одно место. Псалом 9, стих 11. «И будут уповать на Тебя, знающие имя Твое, потому что Ты не оставляешь ищущих Тебя, Господи». Братья и сестры, сейчас мы помолимся, поблагодарим Бога за милость. Попросим у Бога милости и Ему поклонимся. Аминь.